считаю, что единый учебник все-таки нужен, потому что когда на территории огромной страны такое же огромное количество учебников и трактовка одних и тех же событий очень часто, ну, в общем, существенно расходится, это не очень хорошо. В том числе и в формировании вот какой-то единого целого, целостного представления о нашей истории, о нашей Родине. Конечно, здесь очень сложно будет составителям учебников, потому что некие события, если они трактовались в советское время с определенных позиций, да, то сейчас, естественно, это не подходит, и надо искать какую-то, то, что называется, золотую середину. Например, как трактовать войны на Кавказе XIX века. Ну и, в общем, очень много спорных моментов. Я думаю, что здесь основная задача – это хронология, то есть пересказ основных исторических каких-то моментов и стараться избегать каких-то оценок, особенно эмоциональных оценок. Все-таки это учебник истории, а не роман. И, в общем, я думаю, что профессионал с этим справится, и учебник будет действительно учебником истории.